Ёпта. Вот так. Все, 20 секунд там прошло, как надо. Все, теперь все слышно, что я говорю. Все нормально. Я не знаю, как там сейчас будет вот с этим освещением. Все мое лицо вырвиглазным, наверное, будет казаться. Можно попробовать сделать вот так. Так, наверное, даже лучше, да? Не нужен нам вот этот свет. Непонятный. Все нормально? Все хорошо? Можно здоровкаться, да? Всем привет! Я уши поправлю. У меня какие-то сегодня уши грустные. Одно веселое, другое грустное. Давайте сделаем оба грустные. Такие прям. Муа-муа-муа. Конечно, ради тебя это было. Все ради тебя. Ой, смотри, 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 как у мышки летучие такие. Уть, я маленький Бэтмен. Кайф. Все, ладно, хватит. Не будем беситься, да? Всем привет, всем здрасте. С вами я, Екатерина Пряникова. И я рада вас приветствовать на своем игровом канале Пряник Гейм этим субботним вечером за очередной игрушкой. Все, я все сказала, что хотела. Можно закругляться. Ребят, что хочу сказать? Хочу сказать, что, скорее всего, у нас с вами пятницы будут выпадать. Мы будем с вами теперь встречаться, надеюсь, по вторникам и субботам. Почему? Потому что те, кто живет в своем доме, прекрасно меня понимают, что сил сейчас будет уходить достаточно много, потому что лето. Жареная котлета, значит, огород и прочее, прочее. Вот, сил не очень много остается у старой бабушки Кати, поэтому по пятницам, скорее всего, мы не будем стримить, потому что в субботу я вообще буду тогда разбитая и нифига не сделаю по дому никаких дел, так что, наверное, будем так. Ну да ладно. Жду рассказов о том, как дела у кого. Я пока что переключаюсь на игровую сцену. Игрушка у меня уже запущена. В процессе игры я сегодня расскажу, какие у меня планы на ближайшее будущее. Ну и вот. Так что вот так, да. Жду, короче, рассказов о том, как у кого дела. А потом я буду рассказывать, как у меня дела, что у меня хорошего. Что у меня нехорошего. Так, сейчас я себе сделаю здесь потише ухо. Я не запускалась, мне было вот некогда. То есть с последнего стрима я нигде ничего не лазила. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велен. Ну и где ты умудрился заболеть? Девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Он снарядил ее в Новиград. Ага, мы там с ворожеем, значит, с этим пообщались, и все. А что мне надо было? Что я хотела делать?
Надо задание посмотреть. Латва, не так быстро. Нет, давай мы не будем сейчас настраивать под мою необычную лапу. Альт. Ну ничего страшного, зануда ты, зануда я, две зануды. Это вообще замечательно. Что еще нужно в этой жизни, кроме как две жопы занудные? Давай-ка мы посмотрим по заданиям. Так, это мы не пойдем делать, мы еще для этого маленькие. Это нам надо волколака одолеть, мы ничего не можем. Да че я, блин, ни хрена не могу. Я могу вон что-то пойти делать, да? А это что такое? Это где вообще какой-то... Три жопы занудные. Отлично, вообще замечательно. Привет. Занудная жопа. Номер три. Взять какие-то черепа. Пойдем черепа брать, чё? Тем более тут где-то рядышком. Вон, рядышком. Ой, а давай, знаешь, как пойдем? Через перемещалку. Я сейчас до перемещалки доползу. И через нее пойду. Но! Но! Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну давай. Перемещалка. Нам... Чё ли вот сюда? А занудная жопа номер один — это я, собственной персоной. Рада всех приветствовать. А, у, о, у, у. Что это у них тут? Драка, драка, драка. А, это состязание у них, обосраться. А, семечки, да, я щелкала вчера. Как она пошла за хворостом в лес? Ух, что, приключилась там в лесу, походу. Так вот, немножечко о моих планах. Значит, у нас получается ближайшие выходные. Это... Сейчас я посмотрю по календарю. Это 23-24, там как бы все у меня нормально. А вот 30 и 1, там все печально. 30 мы работаем. И потом, короче, 7 мы работаем. Вообще огонь. Но, короче, на 7 число у нас вроде как корпоратив будет на природе. Естественно, Екатерина возьмет свою гитару. Я думала сначала укулеле, а потом думаю, не, я на гитаре больше песенок знаю, поэтому, поэтому лучше я... Возьму гитарку с собой. Это ее здорово разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. И? Значит, там у нас будет веселье. Взять черепа. Вот такие вот дела. На ближайшие 3 недельки вот такие планы у нас. Я надеюсь, будет волейбольный мячик, и я поиграю в волейбол с кем-нибудь там. Я не бухаю и не болею. И привет. А чё? Чё-то не так, что ли, со мной? Криво накрашено, один глаз зеленый, другой фиолетовый. Я иду на кладбище относить черепа. Заяц! Волк! Заяц! Волк! Не, у меня что-то настроение какое-то поганое. Что-то, не знаю, что не так. Сейчас. Приду в себя скоро. О, здравствуйте! О, давай зажжем. На! Давай этому тоже зажжем. Им темно. А, у него горит. Ну и ладно. Могилки, я топчусь по кладбищу, как не стыдно вообще, безобразие.
Да, в состязаниях надо, там... Там же даже задание есть. Ой, приперлась, вонючка. Что она там... Вот, черепушки украл. Мои черепушки. Пусть себе свои накопает. Я сейчас твою вот отрублю. Она. Ох, нихера себе она! Она красненькая для меня. Ну-ка, давай-ка попробуем с Аксием. А? Тихо, тихо. Альтом, альтом учимся, учимся, котейка. Тихо, тихо, нет. Она там что-то рыгает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мамочка, больно. Я учусь пользоваться альтом. Невкусно, мне невкусно, больно. Блять, хуёво, я учусь пользоваться альтом. Твою мать. Не, ну пробелом я отскакиваю поприкольнее, мать вашу за ногу. Происходит. Нет, три удара и хватит. На четвертый лучше не это. Там или что там? Оп! Оп! Черт, я тебя! Со сломанным мечом просто убиваю бабку какую-то непонятную, страшную, как моя смерть. Затуманила разум бабки. Страшно. Съешь еще этих вкусных конфет. Офигеть! Додумалась же я, что ее надо ошеломить. И она такая в восторге просто от меня. О, смотри-ка. У нее не такие сидульки, как у меня. У меня пострашнее, да? Я когда-нибудь дойду до парикмахера. И меня покрасят мои волосы. И я буду просто шикарно. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у нас там. Какой я вот этот меч взяла? Это куда? О, смотри-ка, вместо того... Ух ты ж, а это что делает камушек? Шанс вызвать оглушение. Сюда можно поставить? Можно. Офигеть. А это что? Оглушение тоже. Повышает мощь знаков. Выбить из равновесия. Адреналин. О, вон. Кровотечение. Я ж потом могу это вызвать. О, горение. Пусть горят адским пламенем все твари. Отлично. О, у меня левелап произошел. Крутяк. Что тут еще? Подожди, тут еще какая-то травка. Вот она. О, какая-то интересная травка. И все, тут больше ничего не надо забирать. Все? Ну ладно. Получить награду у могильщика. Пойдем получим. Я даже ничего не буду комментировать. Но. По поводу стримов двухлетней давности.
Сдаем задание. Я пришел насчет заказа. Поохотитесь на это чудище? Так я уже все. Пока я вам не скажу, что тут за бестия. Я уже ее победила. Кто это по ночам рыщет? Дети из деревни пропадают. Только что там завелось, я не знаю. А я уже узнала, что там. Это была кладбищенская баба, она обосновалась здесь поблизости. У нее был свой домик. Маленький домик, русская печка, быстро пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка. Нате вот, и спасибо за помощь. Ну, мужа у нее не было работящего. Прощай. Да, я выполнила задание до того, как взяла его. Фантастика вообще. Нету чупа-чупса. Че, надо заткнуть свою хлебало? Ну ладно. День добрый. А у него... С тех пор, как военту бабу убили, на погосте такая тишина. Такая тишина? И червей не слыхать. Ну ладно, хорошо. Ладно, что еще у нас есть по заданиям? Давай посмотрим. Кулаки ярости. Это вон надо побеждать в драке. Но я дерусь очень плохо, наверное. Собрать полную коллекцию карт. А ну-ка, тут магазин у нас какой-нибудь есть? Тут нету, наверное, никакого магазина. А я тут вообще обыскивала их домики, там, чё, кого. Вкусняшки какие-нибудь у них тут есть? Нет? Еда есть? Есть еда? Фуд, фуд. Ням-ням, ням-ням. Наверное, я была тут. Шкура. О, вот тут можно что-то взять. Какой-то винный камень. Дверь? Закрыта. Меня не пустят. Кузнеца. Ой, сейчас посмотрим. Ну, по всей видимости, все плохо, да. Тут есть, вот, кузнец. Пойдем до него, может, у него есть карты. Ну, я же туда иду. Держи, да. А, ну они же сейчас спят. Вот тут. А, слушай, у нас же тут драка была. У нас же тут драка была. Я же тут перебила людей. А, давай тогда мы с тобой сейчас что сделаем? Помедитируем до утра. Это до скольки? Вот так, до 5. В 5 утра, наверное, они уже будут работать. Вот, я помедитировала. О, я могу вот это сделать. Надежное оружие. Надежное оружие. Сочный чупа-чуп сжиру. Покажи мне свой товар, мужик. Я ему вон кучу всего понапродавала уже. У него нету карт. У него есть какая-то шкура и розовые тряпки. Что я ему могу продать? Ну-ка. О, смотри-ка. Смотри-ка. Ну, вот это продать можно. Вот это тоже продать. А это... А мне камушки надо из него будет достать. Он у меня куча всего, но еды мало. Еды у меня мало. О, погоди, починить. У меня же есть денежка, можем починить. Хотя, погоди, мне бы, наверное, вот это починить. Да, это починить. Шматьё. Шматьё ещё пойдёт. Вот сейчас надо с этим клинком разобраться, вместо него что-нибудь другое себе впендюрить, да? Всё, прощай. Прощай. Нет, у меня ремнабор, по-моему, нету, слушай. А, есть, слушай, ну это для доспехов. Это же для брони. Но и тут какая-то только одна же, да, бронь будет ремонтироваться. Что у меня самое изношенное? Вверх у меня самое изношенное. На, вот так. Так ведь, правильно же? Ну да. Так, и получается будет у меня вот этот клинок, да, меняться? А это... О, сюда, да, слушай. Ну-ка, и какой из них? О, так вот этот, здрасте. Пусть тут сидит. А это что у нас?
Мощь знаков. Оглушение, заморозка. Ой, а у меня на заморозку, слушай, нету. Сила атаки. Шанс вызвать кровотечение. Мне нравится, слушай, пусть так будет. Все, ништяк. Ну-ка, слушай, я могу что-нибудь заалхимичить себе? О, смотри, могу мутаген сделать. Ну-ка, давай сделаем. Прикольно. Ой, синий мутаген могу сделать, смотри-ка. Могу сделать отвар какой-то. Давай сделаем. Что нам? Делайся тогда. А потом я смогу сделать большой мутаген, да? Вот, смотри-ка. Потом я смогу сделать большой. Мне надо еще один маленький, и тут надо еще один. А я, знаешь, кстати, что сделала? Я вон что сделала. Не знаю, нахрена. Ну ладно, пускай. У меня есть одно очко, можно будет потом его использовать. Бабу сварила? Какую бабу сварила? Подожди, ту бабу-ягу, что ли, я сварила? Я не поняла. У меня 3 слота свободных. Где? Где? У меня вставлять туда нечего, по-моему. Вот, у меня... А что туда ставить? Что туда ставить? Эти же туда не поставить. Туда поставить только вот то, что я расшариваю. Ши. О, вот это можно ставить тоже. О, нифига прикольно. А я не знала. Ну все, теперь поставила. Одна дырочка свободно осталась. Потихоньку разбираемся. За подарки ждем больного. Так. Ну давай думать, что мы будем делать дальше. Ну-ка, задание. А это что? А, ну заглянуть домой к Трис. Что, может, пойдем к Трис? А? Или пойдем драться? Победить рыбожора. Какой кошмар. Пойдем к Трис. Может, у нас там что с ней будет? Мутаген можно всунуть. Куда? Он же вот сюда вставляется. Или... Ух ты ж. А как так? А почему я не знала? А это что, подожди? Сила атаки будет? Ну давай вот так, и у меня вот это будет усиливаться, да? Ой, смотри, сколько у меня вот этих штук. Много. Она сама в меня врезалась и такая... Так, ладно, где моя плотва? Зови плотву. Давай, иди сюда, плотва. Какая красивая у меня коняшка. Я же всунула, да? Или не всунула? Я же всунула. Всунула. Ну... И вот это тут, и вот это тут. Или надо... Вон как надо! Обосраться. Вот дела. Вот дела. Смотри, сила атаки плюс 10. Обосраться. Здорово. Но. Погнали. Я говорю, к концу игры я разберусь во всем. А потом такая, ну, надо по-нормальному теперь ее поиграть. И заново пойду играть. Давай, поскакали. Тут разбойники какие-то. Они хотят мне устроить пиздец. А я не хочу, чтобы они мне устраивали. Его. Я как бы обойдусь. Ой, одичалые собаки. Их можно перетырсить. Подожди, там какое-то задание, там кому-то нужна помощь.
Давай сделаем Игни. Эти, какого уровня эти ублюдки? Что, собака не дала мне мясо? Иди сюда! Тут кому-то помощь нужна. Послушай меня! Сейчас же новые набегут! Если набегут, я ими займусь. А сейчас давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого развязываю. Его же не просто так Ян завязали. Бергу служил в 10-й Мариборской. Что-то ты отстал от своей армии. Моей армии больше нет. Нильфы ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал группе беженцев. А если они там большие для меня? Едва они узнали, что я бросил Тимерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Ну ладно. Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Я тебя еще сама убью, если ты будешь козлом. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Такие мои убытки. Спасибо, ведьма. Должен будешь мне, чувак, пусть значит. Тебе повезет. Я надеюсь, мне повезет с твоими-то словами. А добрыми. Вкусняшки сейчас насобираем. А, тут трупешник валяется, смотри-ка. Собака, что у тебя есть? Сырое мяско есть. Ну пойдем туда, вернемся тогда, да? Если они не сильно страшные для меня будут, то я их замочу. А если я посчитаю, что они для меня сильно страшные, то я их не буду мочить. Кого там, кто прибьет? Все. А кто там? А кто это? А, это этот. О, мясо. О, я пойду мясо пособираю. Сало. Смотри-ка. Еще. Где еще? Где еще? Вон. Главное, чтобы он сейчас мою плотву не завалил. Че? Че с прической? В смысле, волосы длинные или че? Привет. А стринги нет, не леопердовые. Не угадал. Как у тебя дела, Хантер? И, кстати, муа. Вот так тебе. Чего я? Или ты про этого? Или про чё? Я не поняла, вообще тупая всё. Мне пояснительную бригаду, пожалуйста, в студию. Я вот... немножечко. А, они такие себе. Жалкое зрелище. Да иди ты на, бедный ёба, блядь. Блин, а у меня нету топора никакого крутого. О, погоди. Да, я колдую. Сейчас я сделаю... Акси. Ах ты, блять, больно. Там у нас этот лучник, ёптать. Я немножко хитрожоплю, да? О, ништяк, слушай, вообще. А? Так, только не в меня там. Лучника надо. Где этот упырь? Стреляет в меня. Так, вон. Два туловища. Ай. Тихо, что попало, натворила? Тихо. Да ты. Вот, давай второго. Оп. Замечательно. Надо потом собрать все вкусняшки их, да? А тут у меня что-то кто-то в беде. Подожди, а где это? А где это что-то кто-то и как это достать?
Это в домике кто-то сидит в беде, да? Или нет? Смотри-ка, смотри-ка. Взять. Неотправленное письмо. Ну-ка, прочитать. Премногоуважаемый господин сержант Кавривар. Что-то там. Ваша милость, спрашивали меня любезно, сколько еще мужиков мы можем вам приспособить для работы во славу империи. Ага, прежде всего, мы можем в любую минуту доставить еще несколько холопов из глинника. Но там товар, я скажу, никчемный. В основном старики и дети. Товар! Товар, старики и дети, товар! Если, однако, ваше превосходительство изволит считать, что и такие простачки на что-нибудь сгодятся, пошлите нам гонца, и меньше чем через неделю они будут ждать транспорта, спутанные, как кролики в силках. Разговаривал я и с солдатами, что отказались служить барону после того, как тот по пьяному делу выколол одному из них глаз кочергой. Жесть! Они разбили два лагеря, один под самым замком, а другой на южной границе Велена. Как легко догадаться, они ждут возможности быстрого заработка. Если только ваша милость вышлет несколько крон аванса, они обещают взяться за работу сходу и доставить вам прекраснейших дев и самых сильных мужиков со всего Велена. А может и со всех королевств севера. 100 человек, 200, сколько пожелаете. Ваш покорный слуга Далегор. Интересно, что за чувак такой? Что за чувак такой? Ключ где-то там. Нужен ключ, ключ, ключ. У кого-нибудь, скорее всего, из этих придурков валяется ключ. Сейчас пойдем искать. Что-то я даже не подумала облутать их сперва. Ну ничего, пойдем. Сейчас все сделаем. Ну-ка, погоди-ка. А, экшен подвезли, да, привет. Дела одно лучше другого. Продвигательно смотрелся, подожди. А что за двигатель, а? Да, я эти помню, что... Что-то жареное взяла. Что-то я не посмотрела. Рубашка. Сейчас я как понаберу. О, денежка. Какая-то укрепленная кожа. Шнурок. Бутерброд с ветчиной. А чё в этой нету ничего? Ключ. Смотри-ка, а ты видел, кстати, у него какие-то сейчас эти были. Я потом пересмотрю на повторе. Время запомни, время. Там какие-то штуки такие зияли возле него. Мне кажется, это как подсказка, типа. Что вот здесь вот ключик. Так, что, все, да? Ну, пойдем. Отворять калитку. О, смотри, толчок без дверей. Сел посрать, и на тебя все смотрят, как из тебя какашка вылазит. Ну-ка, давай открывать. Спасибо, ведьмак. Заходи ко мне в кузню. Это важные предметы, так? Тебе кое-что. Хорошо. Мне что-то даст в подарок. Давай подожжем свечи, у нас будет романтик. А там кто сидит? Спасибо, ведьмак. Заходи ко мне в кузню, в Еворник. Дам тебе кое-что в подарок. Хорошо, дашь мне кое-что в подарок. О, яблоко. Я съем яблоко. Ну, ладушки, хорошо. Ну-ка, тут еще что-нибудь вообще есть, интересно, вкусное? Там в ящиках, может, что? Сушеная рыбка. Сушеная рыбка, это хорошо. Надо пиво взять. И будет ништяк. Я поняла про чё. Ты, Хантер. Ну, слушай, я не знаю. Такое замутить-то, наверное, не так уж и легко. Ну-ка, тут у нас чё? Блюдо. Ладно, возьмем блюдо. Тут нету никаких вкусняшек. К
Гниющее мясо. О, смотри, бухло. Гриб дождевик. Потушить. Всем спать. Что еще? Тут есть еще? Вон еще домик. А, ну тут ни хрена. Тут это не домик, это сарай. Это сарай. Так, а здесь в этих ничего нету? Тут ничего нету. А вот это у них бочонок с чем-то, с каким-то алкоголем. О, я, смотри, могу мешки ворочить. О, нормально играть, это не мешки ворочать. И Катя такая бегает, мешки ворочает. Классно. Ну, это, к слову, что нормально играть не умею, хотя бы мешки поворочим. Ой, как прикольно. Слушай, а это типа... Это русский футбол. Или как, блин, российский футбол. Да, это наша сборная по футболу. Все, мы вот так вот, значит, играем. Класс. Ой, слушай, я и эту перевернула. Ладно, все, хватит дурковать. Подожди, а тут есть что-нибудь, нет? Тут же тоже можно что-нибудь взять. А сюда зайти не... О, я загорелась. Обосраться, молодец. Зашла в костер. Ну а чё мне? Ну дождь же идет. Давай, плотва, иди ко мне. Где ты? Вот она где-то по кустам лазит. И потом такая вышла, и типа, я вот она, здрасте. О, да, дайте мне комнату с мячиками. Ой, знаешь, что хочу? Знаешь, есть же такие эти. Бассейн, наполненный маленькими мячиками. Вот это прям для меня. Это я прям бы... Да. Это прям круто. Я бы там оторвалась от души. А еще я бы на батуте попрыгала бы. Знаешь, на таком огромном батуте. Как в детстве. А еще в аэротрубу хочу. Чтобы меня к чертовой матери удуло куда-нибудь. Давай посмотрим, где это мы. Какой-то домик тут. Какой-то домик. Давай заглянем. Может, там что-нибудь вкусненькое есть. Я пахну свинюхой подгоревшей. Да. Зато вкусно, слушай. Так, ну ладно. Травку тоже пособираю. Травку мне нравится собирать. Заяц. А там кто-то это. Слушай, мне почему-то кажется, что этот домик очень мне знаком. Я, возможно, тут уже ходила, и тут, наверное, были детки, и на них нападала собака. Мне так кажется. А вон там кто-то шарится. О, медведь? Там медведь? Где моя плотва? Иди ко мне. Нет, с тарзанки я не прыгала. Только с парашюта. А он большой медведь? Ну-ка, погоди. А что я? Может, я его завалю? Нет, он маленький. Вот и все. Сырое мясо, шкурка и сало. Все как нам надо. О, я же могу ее подзывать. Зачем я сама к ней бегу? Она же ко мне подойдет. Чего мне ее постоянно самой догонять? Так, а тут у меня кто? Собаки, наверное. О, смотри-ка. А чё тут заледенелое? А чё тут у нас заледенелое? А, это, слушай, по-моему, то место, где я с этими сражалась. Да. Где чувак? Или нет? Сейчас на карте посмотрю. Да.
Приграничный пост, я же через него сейчас пойду. О, я же пойду в город, по домам ходить. Но. А сейчас мне скажут, вы не можете здесь ехать на коне. Ну-ка, быстро слезай. Сейчас я всех людей. Подвиньтесь, подвиньтесь, холопы. О, барышня симпатичная стояла. Глаза, как у моего котеночка. В самом деле, перемещалка, перемещалка. Я же могу переместиться. А туда я не могу переместиться, потому что территория-то еще неизведанная. А тут задание какое-то. Данон. Ну, пойдем пешком. Hello. Bonjour. Если медвежьим салом намазать запястье или что-нибудь, что не жалко, то собаки будут от меня убегать. Это жестко. Это как-то жестко, слушай. Мне будет жалко очень собак. Тут, наверное, нельзя, да, лутаться. Нифига, я как это тут перекувыркнулась. Честь и отчизна. Честь и отчизна, они мне честь отдали. Ну и ветер. Ну и ветер, в самом деле. А тут мне можно зайти? Тут закрыто, прикинь. Ну давай, иди ко мне, плотва. Из какого ты лесу выйдешь? Где ты там, что, реку переплыла, что ли? Откуда ты вообще? Ай, господи, прикол. Я сегодня что делала? Значит, у меня... Ну, как многие же знают, да, что я живу в своем домике. И у меня, короче, парковка нормально не сделана. У меня был отсев. Парковка у меня была засыпана отсевом. И, значит, когда приезжаешь, паркуешься, и пока идешь до дома... Твои ножки нацепляют всякой фигни. И этот отсев тащился весь в дом. Значит, сегодня... Шевелись, плотва. Я вот этими своими маленькими ручками... Значит, раскидывала по своей парковке щебенку. Так хоть поприкольнее. На самом деле. Снова половина людей не пришла на... Хоть не будет вот этот мелкий отсев тащиться за ногами... Так что котейка молодец. О, смотри, там что-то. Не бери, плотва. Налог заплатить. Налог? На что? На скотину. А почему бочки в воде и они светятся? Что это такое? Что это такое? Или давай на поле. Брать траву. Там какое-то, может, задание или что? Давай. Суицид залог успеха. Мне просто интересно, что это такое. О, смотри-ка. А это можно брать? Это вообще... Ну как, можно? Тут рыба, смотри-ка. Тут это типа я взяла... Это, наверное, все, я поняла. Теперь она, смотри, не горит больше. О, запрыгнула на бочку. Я нырнула. Или куда-то еще нырнуть. Я же могу это одеть. Ну-ка, давай-ка проверим. Конечно, это покруче будет. Только оно... Подремонтировать его надо. Вот это... Вот это. Ну-ка, подожди, а вот еще. Это продать надо все. Ой, какая рубашка милая. Вот это надо одеть. Ну-ка, а что они, подожди? 69, а эти сколько?
96, блин. Слушай, а тут это в броне типа, но у тех поприкольнее будет. Но и тяжелая, конечно, капец. Очень тяжелая. Ну хотя, наверное, может пофигу. У меня там место там. Вагон по тяжелости еще можно. Ля, сколько у меня мечей, смотри. Надо найти кого-нибудь и продать это все. Надо все продать. Так, ладно, идем. Можно к ним домой сходить. Ой, какие домики у них, смотри. Есть еда? Мне только еда нужна. Вот бутылка воды сойдет. Я буду только еду брать. И пивасик. Еду и пивасик. Ну можно же? Кукла. Не надо мне куклу. Сами со своими куклами играйтесь. Я как маленький воришка, да? Это, наверное, не есть хорошо. Что я как воришка. А чё тут? Ничего нету. А здесь не подготовились к моему приходу. Тогда чего же они не хотят шить у меня? Потому что новая мода. А почему дрова дома хранят? Чтобы они просохли. Скорее всего. Хлеб. Закрыто. Стрибарышни стирают. Какие. Тряпочки висят, сохнут. Так, ну ладно. Идем. А то я сейчас буду тут шариться, все. Лутать. И мне потом... В вечном огне сгорят наши грехи. Скажут, эй, ты что делаешь? Эй, ты что в натуре, а? Это ж ясно, как вечный огонь. А ты из какой деревни будешь? Мы почти дошли. А тут, кстати, мне надо будет какого-нибудь торговца там или еще что. Ну-ка, погоди-ка. А, продавец. А я ему могу ведь продать что-нибудь ненужное, чтобы у него купить что-нибудь ненужное? Я ему могу свои мечи продать. Лучший развал во всем Новиграде. Попрошу не толкаться, всем хватит. Господи, какие у него шикарные очечи. Я выгляжу как какой-то пижон напыщенный. Ну, посмотрим. Ну-ка, давай к товару посмотрим. У него нету карт, у него есть бухло. И какая-то штука. И лук есть. Так, ну давай продавать. Всякое ненужное. Вот это... Дубинка, на кой черт она мне? А клинок мне этот же тоже не нужен, да? Мы же специально себе... блин, мне надо подремонтироваться. А вот это мне надо достать камушки и продать. Да? Или что, сила атаки, горение и вызвать отравление. У меня есть эти камни, нафиг они мне ведь? Можно же вместе с камнями продать. Зачем я буду тратить денежку на то, чтобы это... Так ведь? Ну так ведь? Вот эта броня меня еще, конечно, это. А... Кто будет дороже? Режики, что? Что? Я не поняла. Пояснили бригаду. Оружие, что ли, у него будет дороже? Или что? По сути... Я не знаю, как выверно. Ножи? Мечи. Ладно. Ну хорошо.
Буду иметь в виду, подожди, на меня напала цап-царапка, и я расцарапала себе локоть. Молодец вообще. Всех распихала. Ой. Ой, мамочки, меня закружило. Да, все, у нас челночный бег. А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. А как же? Ты мутант! Выродок! Бесполезный реликт прежних времен, который нужно сжечь, как засохшую ветку. Здрасте. Крутецкий впарить кузнецу? Ладно. Ладно. Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? Да при чем здесь? Скольких, я спрашиваю? Поковыряй в носу. Есть над чем подумать. Глот-то наш проповедник здоров драть. А дунь на него, так он уже хвост поджимает. Пойдемте, люди! Славный Геральт из Ривии, я правил бы такой приятный. Да, я славный Геральт из Ривии. И только что я разогнала несанкционированный митинг. Отчудесный Новиград, жемчужина городов, оплот. А чё к чему? Фига у мужика нос. Злу не укрыться от священного огня. Огонь осветит его, сожжет, очистит. Огонь осветит, сожжет, очистит. Узрите все пламень милосердия. Да какое милосердие? А теперь, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно и молить о смерти всеми голосами сразу, как все. Меня бы сожгли. Ничего дурного. Меня бы даже не за ушки бы сожгли, а за мои прекрасные глаза. Помогите, люди добрые! А его за что сжигают? Боже, это ж доблин! Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, Дуду ему не попался. Теперь-то понимаешь? Не гроша себе не оставил. Такое состояние на целом. Нет. А есть на что глаз положить? Вот они, да, задания. А, турнир, чудовище. Какое-то чудовище у них тут. А что значит веточки? Смотри, веточки какие-то. А, это травник. Не откладывай на завтра, купи сегодня. Конечно, купи сегодня. Сам купи. Нам, наверное, вот сюда, да? Эй, ты, проваливай отсюда. Мы с этим домом работаем. Жареного мяса надо набрать. Нет, я же не каннибал. Считаю до трех, чтобы вас тут не было. Раз. Ты слышал? Два. Гляньте на него. Он нас тут пугать будет. Три. А что, у меня тут рукопашка? Ой. Тихо-тихо-тихо, только не хрен пойми куда. Жалкое зрелище. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я учусь пользоваться альтом. Держитесь вместе.
Блядь, сука. Пропустила в еблет. Так, одному, кажется, я наваляла. Только не бей! Где чародейка, которая здесь жила? Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. Где эта роща? Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные. Привет! Помню, тебе ты всегда залетаешь место. С одним и тем же сообщением. Может, и так, только как у тебя дела? Не знаю, где это. Да, говорят, у нас тут драка. Можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Угу. Значит, здесь у нищих свой король? Король. С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты пойдем искать короля. В рощу даже Менги не суется. Кто меня звал? Чего хотел? Это этот уродец. Храмовая стража. Который подпалил. Взять это воровское семя в комнату дознания. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки. Так, по-твоему, их имущество можно грабить? Но... У него такая портупея классная, красная. Вне закона. Но их скарб – забота храмовой стражи. А на Новиград, платье, фигурка, ну посмотрим. С работы уволился наконец-то, и ты свободен. И чем же ты сейчас занимаешься? Ты знаешь, что смотрите, педрила там чуток этого. Одного из охранников. Так. Ну, допустим, вот так. Здесь дело не в чутье, а в слухе. Надо же. И в нетопырях ты разбираешься. А я думал, только в монстрах. Как не топырь чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Я не сделал ничего дурного. Но сделаешь. Такие рано или поздно всегда ввязываются в неприятности. А этот город под моей охраной. Но мне надо барышню мою найти. Моей и вечного огня. Пока... Я не могу тебе ничего сделать, но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. То есть нельзя воровать? Я буду первым. Я даже оделась, как пижон. И тебя отправят на дознание. Это должно быть среди них как своя уже, в таком наряде. Наглости марать наш город. До встречи. Буду метаться между Трис и Йен. А можно с двумя? Пожалуйста. Можно две барышни? Если за обеими погонюсь, ни одной вообще, да? Ни разу не. Ну все понятно, это стандартная вот эта фигня. Ремонтный набор, это оружейника. Пойдем-ка к ней в дом. Что-то они у нее тут все вообще раз... Травы, коренья. Трис решила стать целительницей? Может, она прикрывалась этим? Чтобы ей не наваляли. Расческа Такие ее. Такие щетки для волос использовала только Трис. Книжка про Имгыра. Ну, пойдем на второй этаж сходим, посмотрим, что там. Две лучше, чем одна, конечно. Ты сидишь, отдыхаешь от работы. Слушай, это круто. На самом деле, иногда так классно отдохнуть от работы. И
это просто божественно. Иногда потом приступаешь к новому делу с новыми силами. Бестиарий. От амулетов исходит магия. У Трис аллергия на эликсиры. Надо все обыскать нам. Какая-то стальная пластина. Ведьмачьи знаки, какие-то книжки, книжки. Надо будет почитать потом книжки. Ой, она тут купалась, красотка моя, тут оголяла свою жопку. О, вареник. Или вареник. Что-то она тут оголяла явно. Подсвечник. Тут не выйти, да? Там может быть балкончик какой-нибудь. О, вон важное, что-то подсвечивается. Одежда Трис. Раньше она ее не разбрасывала. Конечно, не разбрасывала. У нее тут все раскидано. Она в попыхах тут. Смотри, смотри, вот она. Сияет. Роза памяти. Вся высохла. Эх, кроватка. Сейчас бы на кроватку с какой-нибудь шикарной барышней. Пошлятина. Почему пошлятина? Привет. Как дела твои? Рассказывай. Попробовать? Можно обеих? Будет забавный момент... О, когда будет тройничок, слушай, а? Как скоро? Куда надо идти вообще? Говори быстро, давай, все. Пошли, не будем больше терять ни минуты. Где? Где тройничок ждать? Так, тут больше ничего нету. Климат-контроль починили. Отлично. Сделал депиляцию левого сосочка. О, а зачем тебе? А ну-ка, най отсюда! Интересная процедура. Держи вора! Держи, держи вора. Я что-то не поняла. Мне надо кого-то догнать? Есть на что глаз положить? Я не поняла. Приехали из краев, которые захотел... А как мне его найти? Или со всеми надо говорить? Не прикасайся, говорит, ко мне. Осторожнее, чем я думал. Близко не подойдешь. А, вот, смотри, смотри. Что подозревает? Лучше держаться подальше. Вот же он идет. Мне за ним надо идти. А с ним поговорить никак? Или поговорить? Я ничего не поняла. А, надо было отойти в закуток. Чего ко мне прицепился? Да вот иду туда же, куда и ты. Что? Откуда ты, сука, знаешь, куда я иду? Чё? Ты не такой деловой, как тебе кажется, а я не слепой. Ты идёшь к королю нищих. Да, шпион из меня вообще. А ты, сука, знаешь, кто такой курьер? Это золото от нелюдей. Заберёшь? Мата в игре полно. А, чё? А если я расскажу, что ты подворовываешь, прибираешь золотишко в нелюдей, не всё же попадает к королю? Что ты гонишь? Ничего я не прибираю. Это ты не мне объясняешь. А у кого там день ой, рождения, я не поняла. Это вы про чё? Тоже. Ага. Думаешь, бедлам тебе поверит? Кто-то ты, сука, удивишься, а? Пойдем, деловой. Интересно глянуть, что он с тобой сделает. Ну, пойдем, хорошо. А чё вон там у меня за штучки еще горят? Оранжевые на миникарте. Что-то там надо еще обыскать? Красотули тут порхают. Груди, как дыни. Прям так и тянет помацать. О, про сиськи разговаривают. Погубят тебе эти твои
Груди, говорит, как дыни. Я ветеран. Подайте кровь. Я ничего не поняла. Про чего вы там разговариваете? Про какую бывшую? Кто такая? Почему я ничего об этом не знаю? Еще один ветеран сидит, смотри. Как долго идти? Деньга кончается. Это хоть мог близких похоронить. Мы пришли. А ты любопытный. Да, очень неприятная черта. Понимаю, что сую нос не в свои дела, но я должен попасть в гнилую рощу. А ты ходишь в чепчике. Это место для тех, кто в теме. А какие наши гарантии, что ты не наседка? Ну, я не курица, поэтому я не наседка. Мое слово. Златоуст, сука, выискился. За дурилку меня держишь? Держи, суку! Вали, суку! Опять у нас рукопашка. Слева заходи! Слева! Ну, я тебе покажу. Ах ты, блядь. Сука. Тихо. Ой. А тут у меня Акси-то, наверное. А нет, слушай. Тут работает тоже. Подожди-ка, а мне... Мне как-то тут, блядь, неудобно! Съешь что-нибудь. А чё я, блин? Я же нажимала Alt. Тут очень узко! Подожди, а на чё ставить блок, если что? Я забыла. Погоди, а если мне их поджарить? Хуям собачьим. Можно же? Во! Гори, тварь. Адским пламенем просто, мразь. Тихо. Вот и... Умираете. Я шикарно вообще в рукопашке. Я просто... Последний остался. Вовремя просто нанесенный удар. Это самое, блядь, божественное, что только может быть. Все? Перестань. На соседнюю кнопку. Хватит. Я вроде нажимала. Я только выполнял приказы. Я задаю простой вопрос. Капец! Я только сейчас увидела. У меня Скай мышку погрызла. Где гнилая проводок? Роща? В квартале. Капец! Ушли. В переулке. У ворот когда? Стоит шифрной. Когда она умудрилась это сделать? Он тебя пустит. Какой пароль? Старая чушка плодит свинков. Видишь? Можешь же, если хочешь. Веди себя прилично, приблуда. А, Вилоч, я не играла, нет. А не твоя долбанная пещера. Да хорошо, что работает, да. Пиздец вообще. Просто как... Она раз куснула, что ли, всего лишь один разик? Или как? Я даже не понимаю, это как вообще. Надо мышку покупать будет. А чё вы отпизженные тут теперь? Сидите сопли вытираете свои? Или чё, ёптать, я не поняла. Золото, драгоценности, картины, из Венгрии. Это Тимерии. Два дня пути от Визины. Идем искать укрытие короля нищих. Упадок традиций.
Моя плотва. Беспроводную надо? У меня была беспроводная. В неудобный момент, вот в самый неподходящий момент, обычно садятся батарейки и начинается трындец. Hi, hello. Ах. В самом деле. О, какая, смотрите. Ля какая. Ну какая? Крутит, версит, крутит, версит. Давай еще раз врежься в меня. А, нет, не врезалась, ладно. Я думала, на третий раз врежется в меня. О, подожди, там кузнец, и у него можно задание взять. А тут можно что-нибудь стырить. Что мне теперь делать? А подожди, где? Вот сюда зайти. Закрыто. А как мне? Там задание. Можно взять. Или не у него, или вот здесь где-то. Вот тут. Смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Что тут у тебя? Приданские вареники. Наши нанимать корабль надо. Всячески рекомендую. Что от меня? Вадгерн в моем заведении? Не может быть. Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов 40 будет. 40 с половиной. Но я впечатлен. Ты мастер, как я вижу. Я Эйвор Хатори. Бывший он мастер. Он эльф, что ли? А теперь вот... Мастерю вареники. Геральт из Ривии. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареников дай мне, да. А зачем мне мечник хороший? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно, ты хоть иногда куешь что-нибудь? Откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники. Надо же жить на что-то. Но... А если бы ковал мечи, было бы больше прибыли, если наверное. Если бы не этот гребаный Ван Хорн. Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Покажи мне. Вареник. Мне сейчас покажет вареник. Ох. Ух ты, смотри-ка. Сколько же тебе тут мечей и непростых. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. А у него неплохая жопа в этих штанах. Свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести. И не становятся коллегами. Понимаю. Кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. Опять эти карты. А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма. Я не могу понять, зачем на вот этом доспехе у Геральта вот эти не существует. Штуки. Понятно. Ну, знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя... Может, если бы ты помог с бандитами договориться? Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу в качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Я так понимаю, это большая шишка в преступном мире. Да,
А к тому же он да, я про его обратные сосочки. Это вообще какая-то непонятная только штука у него вот тут. Причем не там, где соски должны быть, а чуть в другом может, месте. Ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. За вареники? Я мог бы, например, выбрать для себя. Ну, у него сосок-то в другом месте. А эта херня как-то... Я выпью тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного жопу, мира. Когда покажи, не знаю. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует никогда, проучить. Никогда, наверное. Я жопу не показываю. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, трибушет или там катапульту? Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет, у журавля в доках. У журавля встретимся. А у ушастого что-то я жопу не посмотрела. Ну, у Геральта неплохая жопка в этих штанишках. Мое почтение старшему охотнику за колдуньями и господину судье. Открывай. Мы в чате были, Владоська. Мы в чате обсуждали. А ты кто? И чего здесь хочешь? Я с кальмаровой жопой? Нет. Я по делу. Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые мужика в шрамах. Два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. А какой пароль? Я люблю нюхать тюльпаны, но я не люблю нюхать тюльпаны. Какой пароль? Про подсвинки? Старая чушка плодила подсвинков. О, добро пожаловать в нашу рощу, брат. Нифига, вот это прикол, блин, а? Слушайте, у меня... Я не пойму, с Инстаграмом... Блин, надо сделать этот мне. Уже VPN настроить на телефоне нормально. Так, подожди, а что мне надо было сделать? Встретиться с королем нищих где? В Караганде. Подожди, а у них там что-то можно взять? Откуда оно? На земле валялось. Обращается все больше желающих. А, Трис! Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Анна Симпопо! Я вижу, вы знакомы. А чё взгляд грустный? Хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Ты говоришь так, будто у тебя ко мне дело. Кто знает? В наши времена тот, кто носит два меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Ну я полезен. Ты какого-нибудь подручного? Я хотел посмотреть, как ты справишься. Рыжая бесстыжая? Одно дело умелый. Другое еще и ловкий. Видишь, но я знаю, что он стрижил. Енифер же говорила об этом. Он такой, типа, ну ты же знаешь, у меня был провал в памяти. Она такая, типа, ты опять этим прикрываешься. Козлина, белоборода. Это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовит со своими охотниками за колдуньями поддергивает. Мнимая власть меня не интересует. О, там кто-то с ножом вот так делает. Ну ладно, хорошо, и что да ты хочешь? Ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Да он прикалывался. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Кладочка просто прикалывался. Про святость Вечного Огня
хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Нет, говорят, что этикетки отдирают, когда не до траха. Но когда-нибудь люди поймут, что вечный огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют гнилой рощей, а прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих бутылки друзей. Бутылки мои показать. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Ой, у нее там сисечки голенькие. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким человеком. Госпожа чародейка, вы прекрасны. Не смотри на нее, ублюдок жирный. Я скоро вернусь. Вы так прекрасны. Иди нафиг. Моя барышня. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, почему барышня вырядилась как шлюха? Они все тут так ходят. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я точно так одеваюсь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Я не знаю. Подожди, но сейчас мне Трис нравится. Она такая хорошенькая. За жопку бы ее потискать. Так, мы пришли к какому-то травнику. Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, есть, смотрю. Есть. А тут прямо навстречу мне выходит трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди, у меня полный мешок магикалей, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. Можно будет ее потрогать? У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но так мне поверили. Подожди, была еще одна барышня белобрысая, да? У меня заказ. Она вообще сиськи так показывала. Он не она мылась, сидела и такая, типа, смотри на мои прелести. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Мне показывала сиськи. Где ты выбросил сверток? Рядом с журавлем. У второго мостика от порта. Да, она мне больше сиськи не показывала, и я ее убила, поэтому. Я все равно хотела освежиться. Пойдем. Да, я хотела помыться, от меня воняет, слышите? Как от свиньи. Это за нами пришли. И раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил, и ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами, через подвал. Берегись. Или себя, это умник. КГБ. Спуститься в подвал. А где тут подвал? Вот. Ну, давай спускаться. Ну, ладно, давай падать. Хер ли мы спуститься, раз не можем.
Погоди, там у нас... Покажи, что умеешь. А, нифига. О, там Трис, что ли, огнем кидает? Тут облутать можно. Я хотела утонуть там. Одуванчик полевой. Лекарственный представитель семейства сложноцветных. Так, все я тут взяла? Даже нет, не все. Нет, нет, не залазь. Вот тут возьми. Рунные камни. Какие-то штуки. Все, ладно. Жесткая казнь. Значит, выход здесь есть. Умник остался. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Рычаг? Какой рычаг, алло? Лежи, ты о чем? Ты о чем? Какой рычаг? Где рычаг? Тут есть только вон какой-то с зеленой ногой отрубленный, которого я убила. А вот, осмотреть. Подожди. Подожди! Иди нормально. Использовать. Оп. Новиград когда-то был важным городом не только по названию. Поэтому после резни в Локмуине чародеи водичка прибывали сюда толпами. Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня до вполне. Новиград стоит на деньгах. А для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Yes. Поэтому магов уничтожают и конфискуют их имущество. Потом возьмутся и за нелюдей. Эльфы живут скорее... Где-то здесь и должен быть сверток. Если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования. И что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к молю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, а так бы разделать, иголенька со мной поплыла. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Подожди, и что мне надо? Просто, блин, вы видели альбатросом? Стоит, блин, чайка эта и просто там в воде хавает. Так, подожди, но мы сейчас еще лутецки пособираем. Подожди, там еще где-то что-то было. Всплыви. Вон там еще что-то светится. Я поплыву, обязательно возьму. А, это трава. Это просто трава. Я думала, тоже какие-то эти. Ну ладно, возьмем. Подожди, а может дальше что-нибудь еще будет? Не, наверное, тоже просто трава. Да, просто травка. Ну ладно, хорошо. Ну, поплыли. Мы все девки такие. Хай, Нэнси. Hello, my dear. Так, ну отдаем. Нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори и обломки лодки. А, вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Я очень мил. И все по итогу. Ты в своей стихии. Ты еще помнишь, в чем заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо.
Теперь никто не сможет себя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. А, привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Сейчас, секунду. Мне надо кое-что срочно написать. Сейчас, секундочку. Сейчас прилетит важное сообщение в чат. Вот так. Отлично, замечательно. Подожди, он что сказал? Трис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка? Конечно. Когда она искала работу, то с этого и начала. Трис, ты что? Это, конечно, неосторожно, но в Новиграде большая конкуренция. Если бы я назвалась обычным крысоловом, никто бы меня не нанял. Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов. Ну, хватит разговоров. За работу! Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания – серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна. Ну, вот так. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лести до окончания работы. Это не лесть, я констатирую. У него чепчик забавный. Я тоже. Не такой, как у остальных. Тебе придется заплатить ей вперед. О, боюсь, это невозможно. Тогда сам гони своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. Я же через переводчик писал. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Ай, красотка, какая рыженькая она у меня. Я ей даже дверь открыла. Быстрее. Тут очень мило и уютно, но нельзя же здесь торчать целый день. Подожди, а как, что сделать? А, разместите приманки по всему складу, воспользуйтесь ведьмачьим чутьем. А, вот. Вот, похоже, нужное место. А если бы была та белобрысая, она бы кричала: о, Брандон? Боже! Мне тоже. Слишком он жирный. Это точно. Это крыса, это крыса, господи. Он не стал торговаться. Видимо, ему очень важно поговорить с Трис. Трис, он купец. Он живет тем, что торгуется. Если бы я обращала внимание на такие вещи, то умерла бы тут с голоду. Я буду кадрить Трис? Думаешь? А как же Йеннифер? Вот еще местечко. Я все. Тогда готовься к магическим фейерверкам. Сейчас я подожгу ладан, и у нас будет минутка поговорить. А чё думаешь? Да. Активируй чары. Или чё? Она ещё что-то делает? Она меня соблазняет? Ля какая. Да. Да. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Спинка у меня такая. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. На сегодня синовали не будут, навряд ли. Я отобьюсь. Слишком темно. И ее отобью. Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимерии до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... Нормально все? Смирившийся. Ну ладно.
Я знал одного человека, который насмехался надо всем, даже над бедами. Здравый подход. Думаю, он дожил до глубокой старости. Когда в битве он потерял обе ноги, то сказал, что так даже лучше. Что они больше не будут болеть. Прекрасно понимаю этого человека. Я знаю. Только он обманывал сам себя. А у него был выход? Все иногда врут. Но обманывать себя значит бежать в никуда, в пустоту. Иногда нужно бежать. Да, просто он как забыть. Шут гороховый. Твой приятель мог бы думать о своих ногах. Только от мыслей новые бы у него не выросли. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? Я пока не знаю. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. А что она поняла? Ну, я правда не знаю, как сейчас у Йеннифер дела. Глазенки добрые. Они, мне кажется, у нее грустные. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы... А не пошел бы ты нахрен, крысы выбежали только что. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот Рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Ну ты мудак жирный. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Я заплатил заранее, потому что знал, что верну себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, сейчас мы будем драться, наверное. И вот что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. А ты, жирный, куда пошел? Тихо. Умри, паскуда! Нанял меня, зная, что не будет мне платить. Меня обманули, как дитя. Тебя обманули, малышка. Надо найти Брандона. Хорошо, пойдем найдем. Надо жирного еще нет, убить. Не убивайте, сударь. Они меня заставили. Да-да-да, они такие типа, они бы спалили мне дом и лавку. Охотники на колдуньи жалости не знают. Давайте достанем ему печень. Вот просто вот так вот руку. Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза. Или вот так за ноздри его просто. Только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Давай денежки. Хорошо. Вот. Вот вам ваши деньги. А теперь пошел отсюда. Спасибо, Геральт. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь, я все думаю, кто бы нам помог с Цири? И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Нормально, ему хорошо с такими волосами. Нет, такого лифчика у меня нету. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей. Может, пососемся напоследок хотя бы. А
А если я захочу тебя найти? Я живу в обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. У него-то тут нормально, в принципе. Здесь все. Не так уж и страшно. Тут можно полутаться, тут стражников нету. Хватит с меня. Бухло. А это что ли там наверх надо подняться, да? Ты тут случайно? Даже Трису динамила, она просто обижена на меня, я думаю. Чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер, из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Заклеивали с пластырем самое важное? Мой отец говаривал, все должны знать твои заслуги. Я не буду так стриму вести, это нельзя так. Мама правильно тебе говорит. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло. Это Владик просто прикалывается. Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Снит его историю? Ты меня впустишь, чувак? Я хотел бы туда войти и осмотреть. А вот слушай маму. Обычно я не пускаю чужих в свой маму, не слушай. Но по двум мечам я вижу, слушайся, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. Угу. Второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Разумно. Конечно, разумно. Я очень разумное существо. Не сюда? Или не сюда? Ой, сейчас я его обнесу. Проволока какая-то. Куча вкусняшек. Хавка, это хорошо. Трубка. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Нифига ее там таращит. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. А там чё? Ну она же наверху, я так понимаю, да? А тут что-то... Что-то. Так, ладно, идем наверх. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не пожалуйста. Дверь сама открылась. И я заглядываю. Вот дура, а. Как будто увижу что-то больше. Проснись, это только сон. Проснись. Зайдите-ка, возьми, проснется сразу. Кукла. Чердак. Готовая уже лежит, ага, почти. Так, пора заглянуть на чердак. Перестань! Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Сейчас пойдем на чердак. Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! А где чердак? Пожалуйста.
Малина. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. Угу. Как много лута тут. Я надеюсь, меня тут никто потом за это не наругает. Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. Не то! Сделал, блин. Вообще гений. Ой, как много вкусняшек. Там было коровье молоко, а про корову есть песенка. У коровы нет других забот. Ест траву и молоко дает. Вареник. Ой, зажгла. Не зажгла. Взять рисунок колыбели. Ну-ка посмотреть, прочитать, посмотреть. Лис с поспешно нарисованной кроваткой. Похоже, это детский рисунок. И там просто сидит, зигу дает. Нифига, сколько алкашки я набрала, а? Куколку взять. Тряпичная кукла, взять. На втором этаже была колыбелька. Интересно, что случится, если положить туда куклу. Ну, пойдем. Закинем туда куклу. Давай. Алле, оп. Положи это. Умоляю. Это кровь. Они не тут. Пожалуйста. Вот тут. Нет, дело не в сиськах. Дело не в сиськах. Понимаешь? Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. Печь я видел в подвале. Может, там будет еще подсказка? Будет подсказка, идем. Детский смех, вы слышите, да? Вот. Погоди-ка, тут вот она, печка. Осмотреть печку. Нет! Сиськи не решают. Сидит там это чудо глазастое. Испугался? Обосрался. Ну испугался ведь. Вижу, что испугался. Такой отважный, а испугался маленькой Сары. Вот здорово. Не делай так больше, маленькая Сара. Она очень похожа на того какающего чудика. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула? И я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. А тетка теперь мучается от кошмаров просто. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. То, что ты делаешь, смешно только тебе. Ты шуток не понимаешь. Люди вообще глупые. Да мы вообще тупые создания. Из-за тебя усновидящие кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я огромная курица с красными чем? Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой. Вот я да, это похоже на того самого какающего чувака. И его купил.
Не люблю быть добрее с ребенком. Вот нифига подобного, сядет на шею. Маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставят. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу. Новиград — это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое. Давай договоримся. А как это? Глазенки такие просто. Оставь вот так. Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят, и заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он не поверит. Да, да, да! Сделай так, а я обещаю, что не буду мучить твою подружку. Ни-ни, ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Вот прикол. Подожди, а там что? Надо посмотреть. О, какие-то кавалерийские штуки. Возьми вот это вот из рюкзачка маленького. Просто тут тайничок. Подожди. Да, все забрала. Надо будет сейчас переодеться. Так, все, мы тут все взяли. Идем будить барышню. А, это хохочет коза мелкая. Нет, ну не только таким он нравится. О, все, проснулась. За голову держится. Кто? Меня прислала к тебе Трис Маригольд. Мамочки. У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Тварюшкой назвал. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Да, конечно, она готова. Да. Я видела, с самого начала я это видела. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Пойдем искать ее. В каком-то осетре. А, бедолашка. Так, я тут все залутала. Все забрала у чувака. Сейчас я ему скажу, что дом проклят. Я видел, вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? Какого цвета у кого глаза? У той барышни? Что, мы честно скажем или как? Давай вот так, мы же пообещали, да, козявки. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. Ну, конечно, у вас там столько еды. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Вот и славненько. Они люди не бедные. У него есть где жить. И отлично. Зато там будет жить маленький прибожек теперь. И играться с той колыбелькой и куколкой. Ну и отлично. За донос наказываю.
чё? Нормально он ходит. Чё вам не так? Нормальный мужик, волосатый. Зато он, когда волоса, борода когда отросшая, она не колется. А то как побреетесь, потом целоваться лезете и колючие. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Понятно вам? Ну и ветер. Сиськи с трудом разглядел. Так, подожди, она где-то там. Просмотр денег стоит. А кого денег стоит? Проститутка! Проститутки! У-у-у! Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Да какие у них чепчики! Чё вы там нагиб... Чё... Ну-ка, покажи-ка. Подожди, ну-ка. Я смогу бросить эту работу. Конечно, ты бросишь эту работу, еще чуточку. А что с твоей спиной? Ты что, на колесе лежала, что ли, барышня? О, тоже проститутка, нет? А, нет. Не проститутка. Хочешь? Чего-нибудь особенного? Купить, посмотреть? Она говорит, хочешь что-нибудь особенного? Ну-ка, давай-ка. Сейчас у меня перерыв. Понимаешь, она не готова. О, подожди, вон та танцует, что жопы показывает. Что это его ребенок. Ну, так говорят. Я уж три раза это слушала. В четвертый раз меня стошнит. Подожди, поговори со мной, не говори с жирным. Поговори со мной. Написано на лице. Она просто говорит про мою вульгарность. Иди ты нафиг тогда, шлёндра. Они не хотят меня. Что тут, бои? Пляшет, пьет и пляшет. Так, ну давай, где наша барышня? Подожди, где ты тут она? Или там? Где у нее комната там? Она сказала, ищи меня где-то... Где-то наверх, наверное, надо идти. Комнату. Да иди ты нафиг, там чувак в трусах ходит. Наверное, надо наверх. Ой, тут можно что-нибудь взять. Пока никто не видит. Мне лишь бы все брать. Меня когда-нибудь за это... Как там это... Я когда-нибудь за это в адском пламени сгорю? А ну-ка, во второй комнате чё? Банька? Нет? Лутальня! Ого, вареник! Куча проволоки. На кой черт мне куча проволоки? Мне вареники давайте. Я соберу сейчас в миску все вареники. Возьму где-нибудь сметану и буду жрать. Я хочу кушать. Оказывается. Когда я смотрю на вареники, я понимаю, что я хочу кушать. Нифига, как тут много всего. Туда еще наверх можно сходить. Смотри, еще наверху что-то есть. Офигеть. Надо в бордель идти? Нет, подожди, залезь наверх. Мы еще не все взяли. Мужик пришел к девушке, и они переспали, а потом она говорит, что она... Ага. Встретились, короче. Проблемы с интернетом. I'm sorry. Мне очень жаль. Интернет и проблемы с ним, это очень печально. Так. Хорошо, свась. Так, все, пойдем. Мы облутали все. Обнесли все. Я все обнесла. У коровы нет других забот. Ай, какая! Она уже готова. В жизни не видел, как работают анейроманты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться.
Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Ну, начнем. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание. Это карта для Гвинта у нее. Девушку зовут Цири. Давай сейчас такой. После Второй войны с Нильфгаардом Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. И забрал ее в Каэр Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла. У нее там какой-то шар еще, да? У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй. Тогда я слушаю. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Да, ребенок неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Но вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Давайте все, все хочу знать. Да. Все воспоминания. Не спеши. У нас есть время. Конечно, есть время. Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхе. После того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Теребонькая сижата. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личные воспоминания. Ты хочешь продолжить? Да. И я тебя слушаю. Последнее. Это было в Ривии. Как раз закончилась вторая война с Нильфгаардом. Все еще было неспокойно. Но волосы эти ребоника. Слика девочки в другом месте. Громили нелюдей. Я пытался что-то сделать, но не смог удержать бешеную толпу. Один паренек пронзил меня вилами. Йеннифер тоже умирала. Цири забрала нас на лодку. Мы поплыли туда, где цветут яблони, и там она оставила нас. Тогда я видел ее в последний раз. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Кругляшки, я не знаю, где. Крови смутьянки родится разрушитель. Ой, не знаю зачем, не знаю где. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой. Когда в нее начинают верить. Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что.
Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространства и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йен. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? А уже нечего рассказывать. Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса, скрытые эмоции... Пожалуйста, давай продолжим. Там кто-то как будто бы вошел. Помощник какой-то пришел, или она двери закрыла? Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Ну, да, наверное, первым делом Йеннифер и Трис. Йеннифер не было в Новиграде. Была Трис, но Цири ее так и не встретила. Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. А где Лютик-то? Да, наверное. О, она вязать села. Лифчик себе вяжет. Лепестки алых роз. Да, он какой-то пижон прям. Ласточка. Типа, да? Да. Она сидит сейчас уже в красном платье вязаном. Сначала мне это динамики ласточка. У него. Потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышал. Поэт, ага. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Это получается какая-то, наверное, богадельная. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Я тоже надеюсь, что я найду свою Цири. Еще и траву стыбрила у нее. Я всех обнесла, короче. Все у них тут потырило. Так, ну идем искать тогда. Не буду больше. Новое задание, список блудниц. И правда. За эти собачьи деньги не буду я больше мясникам-островитянам шею подставлять. Ну и не подставляй. Там драка. Но нам не до этого. Мы идем в шалфей и розмарин. Все пригодится, потому что, особенно вареники. А это что такое? Бери меч. Почему ты с мечом? Что-то сейчас было. Меня кто-то хотел обидеть или что? Я ничего не поняла. Сисечки классные. Да вообще огонь. Я прям завидую. Тоже хочу сись. Подозрительно ты выглядишь, прибыл. Очень подозрительно. Но я занята, чуваки, я очень занята. Мне надо в какой-то шалфей и розмарин. Закрыто. Это сюда, интересно? Может, где-то есть другой вход? Тут канал.
только этот чародел взорвался, так всю улицу кишками украсил. Волею богов ждать осталось недолго. Король Родовид спасет север. Спасет север. Жи, народ. Мне надо это. Мне надо как-то чтоб попасть. Я вас тут больше не видел. Во, тут попаду. В другой раз ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузно засажу. А-а-а. А, кстати, Владоська прав, что смотреть-то не на что, поэтому я так и не одеваюсь, как эти барышни. Как всегда вовремя. О. А ты, Золтан, как всегда кому-то сапогом в гузно. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. О! Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Погнали. Как скажешь. Ну, вы его гоните. Ну, я тебе покажу. Он его убил! Выродки, мать их! Ой, да подожди, подожди. Умри! Как старые добрые времена, а? А там кто-то, да, по-моему, убежал, да? Нет? Давай, давай, чьи его вообще... Да стопы. Вот так, все. Ты еще что-то хочешь, нет? Ну, все у нас исправно вышло. Теперь можно и поздороваться. Конкуренцию не вытянут. Вообще ни разу не вытянут. Тебя не видел, друг. Здорово, Золото. Как ты раздобрел? Мне, кстати, сейчас... Я сейчас понимаю, что у меня спина болит. Двойного не встретишь, но риданский лагерь его... Там, где лопатки. А вот прям нормально так. Завтра будет вообще жестко, наверное, все болеть. Дело в Цири. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? 6? 7? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько крылья раз. Крылья растут, да? Она поэтому спина болит. О, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. Значит, у нас неприятности. А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за дьявольщина тут творится. Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окорок, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что сейчас надо будет Лютика искать. Давай оглядимся, может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Подожди, ну вот, взять. Письмо от Афаран. Прочитать. Когда вернешься в Цидарис, надеюсь, что скоро. Ужасно тоскую, не могу дождаться встречи. Если соберешься приехать, пришли весточку заранее. Я возьму входную хозяйки. Какая-то у него там подружка, что ли? Записка от благодарной музы. Значит, письма чужие читаешь. Так это мы только что прочитали. Во. И я погрузилась в чистый экстаз. Его это, лютня. И пальцы твои на истосковавшихся. Письмо от Богумила Дерабе. Прочитать. Дорогой Викант, позволь еще раз выразить тебе искреннюю благодарность за то, что не отказал в любезности исполнить песню на церемонии бракосочетания моего сына. Твое присутствие согрело наши сердца, а нежные звуки твоего пения даже у моей тещи баронессы Девлет, а в некоторых кругах ее называют холодной бессердечной сукой, вызвали слезы восторга. Герцог Клавенкель. Отлично. Это та самая лютня от эльфов из Доль Блатаны? Ага. Если он ее не взял, значит, очень спешил. Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает, как никто. Ну, я не спорю. В вине он, может все быть, из лучших понимает, как никто.
Венели у тех, понимаете? Да, 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 да. Дубль 2. Осмотреть. Коллегия профессоров Оксенфуртского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкрацу Виконту де Леттенхофу титул магистра семи свободных искусств. Магистр. Юлиан Альфред Панкрац. Все забываю, что он так по-дурацки называется. Вербена. О, тайник, я могу туда что-нибудь сложить ненужное. О, смотри, у меня ремонтный набор. О, нифига у меня шматья сколько, а? О, смотри-ка, а вот это, наверное, сопротивление стихиям только добавится, и сама броня. А, я вот это ты не продала, потому что не поняла ни хрена. Ладно, тайник мне сейчас вообще не это, у меня там место дофигища. Так, что тут еще взять? Письмо от обожательницы прочитать. Когда ты направил на меня свой гипнотический взор, мое лицо залило румянец. Весь мир завертелся вокруг меня вихрем забытья, и я погрузилась в чистый экстаз, поглощая нектар музыки, пения и тебя. В этот краткий миг я чувствовала себя лютней в руках виртуозного музыканта и желала только одного — ощутить пальцы твои на истосковавшихся струнах моей души. Ах, как романтично! Ах. Так, ладушки, ладушки, взять! Ага. 10 бочек изысканного туссенского, 5 ящиков саденского тройного. Хм, ничего интересного. Да нет, это-то мы ищем. Бежать в трусах до девок. Это его ежедневник. Только ты можешь кое сделать? Ну почему? Ну может еще и... А почему... У него он такой же. Да, лютик и ежедневник. Очень смешно. Даже если он что-то отмечал, то, наверное, очень по-своему. Я уже понимаю, что в игре есть бордель. В своем бардаке. Погоди, может, все не так плохо. Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности. Бухгалтерия на лютика. Бухгалтерия. Еще сводить бордель свиданий официальных и ну походу придется. Так, с кем он там встречался? А, о, вот он. Тебе же 18 уже исполнилось. Последнее время он встречался только с девушками. Золтан, ты предлагаешь ходить по всему городу и расспрашивать о лютике женщин, с которыми он встречался? А у тебя есть идея получше? Лютик трепло. Наверняка он рассказывал им о своих планах. Ну, добро. Надо это все как-то разделить. А хотя бы и так. Я спрошу девушек с моей части, ты со своей. Годится? Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Это же записная книжка Лютика. Великолепно. Ладно, встретимся здесь попозже, обсудим, кто что нашел. Я тут еще немного приберу. Не хочу оставлять такой бардак. Ладно, никому не скажем, ты хорошо. Ты почитал бы, что ли, этот его дневник? Если что, я тут рядом. Прочитать ежедневник надо. Где он? Он где-то, наверное, сейчас у меня в... В этом. Он взял там харкнул. Он типа я приберу, а сам харкнул. А, книги для задания. Подожди. А где? Вот. Я нашла. Роза Вар Атре. К
Как розу красит жгучий солнце вызов, так нашу розу жгут капризы. Манерам ей учиться не пристало, она лишь карликом махала. Очаровательный особняк в золотом городе, окруженный садами. Молли, пусть только лишь на шелке страсть ей снится, но если надо, и матрас сгодится. Золотой город, вилла неподалеку от морга. Веспула, хоть с виду скромная, совсем не девица, вновь сердце мое трепещет, как птица. Застенье, прачечная близ устья Пантара. Он прачку, короче, там жарил. Марабелла, пусть издали пленительна она, вблизи же ты наплачешься сполна. Страшную, что ли, там чпокал? Обрезки около площади бедняков. Какую-то бедняжку он там. Эпихаль. Пусть странен лик ее, изменчива природа, кто взглянет в очи ей, постигнет в жизни много. Лавка портного напротив дубильни. Отлично, замечательно. Сейчас пойдем собирать всех прошмандес, с которыми Лютик там что-то делал. А че он ходит? Ну, с ним потом, наверное, надо поговорить. После того, как мы шлендр всех обойдем, да? Пойдем по шлендрам пройдемся и будем на сегодня заканчивать. А, почему я не голая? Потому что я не голая. Вот так, да-да. Вон шлёндра идёт. Проститутки. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Ах, какая жопа. Ладно, идём. Yes. Yes. Могу электронную почту, могу в Дискорде. Я на самом деле ведь то не в Дискорде пишу. Иногда. Я все отдам. С процентами. Только дайте мне неделю. Господин в трусах, чувак. Не банкир. Он человек порядочный. Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь? На помощь! Ты че орешь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасал? Что они за тряпье носят? Не вмешивайся, седой. Не твое это дело. Слышь, сейчас ты вообще это... Вон отсюда жила. Слушай, ты, может, у тебя и два меча. Только нас-то четверо. Ну да, четверо собирают оброк с несчастной прачки. Мне бояться нечего. Я бы не был так уверен. Конечно, заклятие, мать твою, Занг. Смотри, проткнула к херам собачьим его. Давай, иди сюда. Иди сюда, отлично. Голову с плеч просто. Голову с плеч. Где последний? Иди сюда, скотинёшка. Давай, на. Сейчас я тебе подойду и сделаю. Давай. А все, он обосрался. Все в крови. Все. Столько работы и впустую. Еще раз постираешь. Тебя только что не выпотрошили, барышня. Прав. Тебе прости. По щам просто... Не пойми меня неправильно. Я благодарна, но... Все, что было, все пропало. Ладно тебе. Отстирается. Конечно, отстирается. Надо все в белом уксусе замочить. Да не в этом дело. Младший мне не простит. Или я сама сверну лавочку, или мне ее по ветру развеют. Прости, я не думал, что все так серьезно. Такая у женская доля. Мужчины развлекаются, а мы разгребаем последствия. Ну да ладно. У нее, смотрите, перееду не прорисованы тут. И профессорам надо стирать кальсоны. Не знаю, помнишь ли ты меня? Но мы уже встречались. Нет. А, погоди. Видите, узнаю. У нее тут, и где... И тот ведьмак, в которого я почти попала с цветочным горшком, когда, ну... Когда выпроваживала Лютика через балкон. Я здесь как раз по его поводу. И не знаешь, огонь. Куда он делся. Верно, шляется где-то фазан хрипатый. Проходимец лживый. О-о,
Чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семени дух. Ага. Вернулся ко мне, говорил, что теперь-то до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой. Это уже было слишком. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях, потом вот это. Я сейчас не могу не обращать внимания на эти дырки. А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера. Да, скорее из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говорю тебе, артистка какая-то или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно. Может, он любит девушек в мыле? Может. И что он хотел узнать? Ну, как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Много квестов? Когда там открыто? Ну, давай делать! Не знаю. Почему нет? А потом туда поплывем. В своей корчме, а я не к месту осерчала. Ладно. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть да. Только скажи ему, что он козел. Но пускай забегает. Он стоп-дово вот что-то ей там напевает. А бабы же не такие. Они же... любят ушами своими. За прошлый месяц я заработала столько, сколько в прошлом году. Дожди. Сейчас никому особо не развернуться. Война. Вот люди не тратят денег на новые наряды. Глупые. Война или нет, богатые всегда любят вырядиться. Куриная ножка. Потому что новая мода. Отлично. Замечательно. У нас ремонтный набор есть. Кстати, надо посмотреть. Может быть, подремонтироваться уже? Так, это у нас броню ремонтировать, да? 69, 67, 91, 91. Погоди, а у меня надо проверить перчатки. 13, 15. А у меня те перчатки? Вон какие. Но там еще дырка в перчатках, да? Если я... А тут что у меня за камень? Мощь Аарда? Ну-ка. А, это же вот эти камни туда. Вот так, чик. И у меня теперь, смотри, как круто. Вообще по кайфу. О, смотри, две дырки в штанах. Только тут сопротивление колющим и ударному урону. Так, ладно, не будем. Смотри, ремонтный набор. И еще вот это. Можно отремонтировать. 60, 96. А вот еще. 15% прочности восстановления. А нам надо сколько процентов? 40 как раз таки. Ну давай починим. Вот так. А этот пусть так пока будет. Стрелы. Так, ладно. Надо будет найти продаванный и попродавать ему все. А еще надо будет 2 очка распределить. Но это я сделаю потом. Я уже потратила все. Я люблю тратить. Все. Я потратила. Мне просто надо было что-нибудь потратить. Гусь, гусь. Так, сейчас по ходу дела мы тут кого-нибудь. Привет. Я друг Лютика. Здрасте. Ищу Элихаль. Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать. Ты Элихаль? А что, ну и буду вот в пещере раз-то пищать. Ну я и ладно. Я думал, что Элихаль подруга Лютика.
А, вон оно что. Подожди здесь. Он эльф. Оля какая. Так лучше? То есть ты... Элихаль. То есть ты и Лютик? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дубу. А я думала, барышня идет. Не хочу знать. Пожалуй, я не хочу знать, что было дальше. Ладно тебе, он был не настолько пьян, чтобы не понять, в чем дело. Впрочем, мужчины меня не интересуют. Я это ему сразу сказал. К счастью, разум Лютика открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Вообще! Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. Я тоже не хотел такую тяну. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время у него сиськи-то назад. Есть, но они он мужские. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. Вообще, ну... О чем вы разговаривали? О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Страшненько вообще. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Барышня. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, о, что там творилось. По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит, старая курва. Спасибо за спать, помощь. Собираться, это приятно хорошо. Было познакомиться. Твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол. Я, кстати, Зону Комфорт смотрела, да. Блин, Ладуся, зачем ты напомнил про работу? Мне завтра тоже надо поработать. Господи, он стрёмный вообще. Пойдем отсюда. Мне не надо к вам, барышни. Там кто-то о-хо сделал вот так. Сейчас поговорим со всеми и закончим на сегодня. Да? Согласны? Конечно, согласны. Пожертвование. Бордель. Я не знаю, где бордель. Тут нету значка борделя, но, по крайней мере, пока что я не знаю, как он выглядит. Жопка свиньи была. Славные бритвы. Что одежда? Давай, двигай. Конечно, я такая же, да. Я же говорила, сисек нету. Что, седой, приключения ищешь? Конечно, приключения ищу. Подстригите меня, ёпта, блядь. А то меня тут уже все затюкали, что я стрёмно выгляжу. И мне никто не даёт. Добро пожаловать. О чём пьяный? Ты меня подстрижёшь? Ну, если руки не слишком трясутся. Ну, давай изменим прическу. Ну давай вот так. И что там будет сейчас со мной? Во. Я хотел другую стрижку. Что значит другую? Да пойдет. Я тебя постриг. Ровнешенько, ровно как по линейке.
Я хотел другую стрижку. А я хотел стать старейшиной в Махакаме. Ну вот, пожалуйста, стригу. Надо не Бухову искать парикмахера, да? Жизнь штука. Да пойдет. А вот бороду страшно ему доверять. Нет, с бородой нормально, вообще огонь, все. Я бы дала ему. Возможно, в следующей жизни. Крыса. Или в прошлой. Или никогда. Детвора. Прости, я ищу Марабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. В бордель идти? Я не могу ждать. Прости, но я не могу ждать. Речь идет о Лютике. Меня зовут Геральт, и я... Геральт? Я знаю, кто ты. Хорошо, она знает, если кто ты я. Так хочешь принять участие в уроке, пожалуйста. Дорогие дети, у крысолова, к сожалению, лихорадка, поэтому сегодня мы пригласили ведьмака, который расскажет нам о своей профессии. Я... Да! Здорово! Надеюсь, ты их не разочаруешь. Они ж там сейчас обоссут штаны свои от страха. Ну, кто хочет задать первый вопрос? Я! А что значит, что все ведьмаки похотливые? Вы не должны слушать всего, что люди говорят. Это значит, что они хотят пораньше лечь спать. Поэтому мама хотела уложить того ведьмака в кровать. Дети, что это такое? Следующий вопрос. А правда, что ведьмаки убивают королей? Не верьте всему, что говорят о ведьмаках. А в то, что вас не любят звери. Мама говорит, кого звери не любят, тот плохой человек. А кот на тебя писал? А ты много детей украл? На сегодня хватит. Собирайте вещи, увидимся завтра. Как утром. Быстро закончить урок? Попрощайтесь с мастером Геральтом. Здорово, что ты зашел. Да ну, вот на человека стал похож. Ну так что, с чем ты пришел? Я знаю, что ты недавно виделась с Лютиком. Да, это был самый скучный вечер в моей жизни. Он читал тебе свои стихи? Нет, мы смотрели «Атлас грибов». «Атлас грибов»? Может, ладно, даже гадать не буду, что взбрело ему в голову. Его интересовала плесень. Когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом, я поняла, что у наших отношений будущего нет. А ты видела Лютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс. Потому что на самом деле у него золотое сердце. Просто ему нужно немного больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила... Нет, не покажу! Нет. Там смотреть не на что. Спасибо за помощь. До свидания. Надо духовно развиваться, изучать грибы. Она вон что-то там духовно развивается. Книжки, книжки. Возьмем книжек, натырим. А что тут? А что тут неактивно забрать? Ладно, пофигу, идем. К следующему. В самом деле. О. О, такой ливень, а этот носится как. Где-то тут? Тут много всего можно пособирать. Меня поймают и убьют. Или это не тут?
Ну если не тут, то ладно, хотя бы полутаю. А, господи. В хозяйстве все пригодится. Но это где-то не здесь. Надо выйти обратно. Такая зашла, а что тут? Все потырила. Ну просто надо вот так, наверное, пройти. Ага. Ну сейчас, давай мы закончим с этими. И пойдем тогда в бордель, раз вы так хотите. Хоть на чужие сиськи посмотрите, коль я свои не показываю. Да? Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая забота. Госпожа не знает, с кем попала. Еще бы, не про нашу честь. Я подстриглась. Молли. Она должна хотеть не меня. Не морочь голову. Баронесса как раз выезжает. Сойди с дороги. Геральт из Ривии у моего дома? Уверена, что это не случайность. Приветствую, баронесса. Темненькая. Приветствую, генерал. Ты права, это не случайность. Тебя не узнать невозможно. Но, чтобы воздать должное этикету, Мария Луиза Лавалет. Генерал императорской армии, знаком с ведьмаком? Удивительно. Да, у нас был случай поговорить, когда император вызывал меня в Вызиму. Ты навлек на себя гнев Варам Рейса? Нет, тогда тебя давно не было бы в живых. Значит, вас объединяют какие-то общие дела. Ну, не буду расспрашивать тебя на улице. Воспользуешься моим гостеприимством и расскажешь, что тебя привело? Я ищу девушку по имени Молли. Кажется, она здесь работает. Это моя горничная. Сейчас она у моей подруги, Патриции Вигельбут. Может быть, Геральт, ты поедешь с нами? Встретишь Молли на скачках? Что ты об этом думаешь, ведьмак? Не желаешь ли принять участие в великосветских забавах? Нет, я не хочу с ними я ехать сам на забавы. До имени Вигельбудов. Может, потом присоединишься к нам на скачках? Буду рад тебя увидеть. Я подумаю. Подожди, тут доска. А, тут. Еще одна подстригательная. Где вот это? Подожди, нифига себе, это как далеко. Это далеко ведь. Я не сразу посмотрела. Это... Мне вот это надо. А меня еще куда ведет? Вот сюда. Я не хочу с ними встречаться. Я хочу список блудниц сделать. Подожди. Как мне туда дойти, до зеленого? Простите. Прощаю. Би. Прикольно. Гнался я за этим братком. Ну, а как? Где? В дом зайти? Закрыто. Ну, чего еще? Ну, чего еще? Я хочу поговорить там с барышней с какой-то. Да жопа вообще слушаю. Они говорили про какие-то скачки. А вот эта девка, она у кого-то там. Я новый повар. Ого, знал бы ты, чего я хочу. Барышня Роза не видится, с кем попала. Я Геральт из Ривии, ведьмак. Ну вот как барышня Роза превратится в стрыгу, ее отец за тобой и пошлет. А пока надо было с ними ехать. Нечего.
Честь имею. Граница этого лагеря заканчивается цивилизацией. Погоди, а у нас тут есть быстрая перемещалка туда? Нету перемещалки быстрой туда. Не, все тогда. Тогда на сегодня мы будем закругляться. Где бордель ваш? Покажи мне бордель. Пойдем в бордель и все на сегодня. Вон пивнушки есть. Где бордель? А чего задания не работают? В верхнем плавом углу колода. Вот тут вот? Вот тут вот? Плавай. Вот тут плава. Это лево? Это плава. Я же сплава. Где? Вот это вот здесь? Здесь бордель? Где пивнарь? Ну, в смысле примерно там. А как мне его искать-то, блядь? Где ваши шлюхи? Или мне в пивнушку заходить? Сладких снов. Пока. Бордель в порту. А где порт? Куда мне идти? Вот порт. Ну, типа, наверное. Нет, в порту это ехать на эту хрень. Я не понимаю, где ваш бордель. Вон, по постельке. А где мне барышню-то сыскать? Виноград. Нож для масла. Зачем плачу налоги, чтобы тут вот такие вот. Подожди, снялись. Ну и вот. Вот это вот бордель. О! Интим. Подожди, а тут что мужики? Где женщины? Вот девочка. Заскучим ко мне. Ну пойдем, как тебя брать, заскучим куртизанка? Как ее брать? Внизу, может быть, надо заплатить сначала? А, ведь была красотка. Вон девочка. Или пойти там? Она мурчит на меня. А, нет, смотрите, они что-то там, какие-то пляски у них. А как заказывать себе? Тёлку как заказать? Алло. Маркиза. Белый волк, добро пожаловать в Пассифлору. Да ты, вижу, меня не узнаешь. Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и двумя низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. Но я никогда не ходила в бордели, поэтому я не знаю, кого тут надо искать. Вам виднее ведь, мальчики, да? Куда там? В нашем деле все быстро меняется. Толстая Берта вышла за купца. Элла открыла свое дело. А вишенка в святилище. Это все молится. Только я тут и осталась. Ну так что, позвать девочек? Помни только,
Это заведение культурное. С лапами сразу не лезь. Девушки, я не полезу там. Вон, мои из чата полезут. С ними поговорить можно, если есть желание. Давайте взглянем. С удовольствием познакомлюсь с новым уловом пассифлоры. Я знаю. Нужна вам вот это? Мой живот. А? Вечный огонь. Она в леопардовых трусах, по-моему. Где еще? Они сердечком, да, подсвечиваются, которым можно, типа, это... Какая-то она такая простенькая. Подожди, где-то там... Где-то еще горит сердечко. Мур говорит, это, наверное, наверху... А, это наверху сердечко. Ну-ка, пойдемте там, посмотрим, что за... Че, я здесь, да, я красавчик. У тебя мускулистые бедра. Незнакомец. Она эльфийка? Вот, смотри. Спокойно. Куртизаночка какая. Сися голая, сися. Это такой красавец, что и сам себя... Давай вот эту возьмем. Тобой, а, ты... Не, ну, не будет меня. Это... Так, мужиков не хочу. Это вот эту, значит, можно. А я не хочу ее. А чё, только две, что ли? А чё такой выбор-то большой? Давай я лучше пособираю еду. Да капец какой-то, я... всего лишь две. Я ту хотела, которая с шубейкой, которая сиська голая. Может, за дверью есть еще одна, которая пол моет, что ли? Погоди, за какой дверью? Тут у них мыльня. Кроватка. Нету тут... Подожди, или где? Это внизу. Да их всего две, блин. Ну и грация, ну и стиль. Ну и грация, ну и стиль. А ну какая-то сама невинность. Ну и улыбка, как лопнувший шрам. Приветствую нового гостя. Мы надеемся, что наши услуги тебя порадуют. Чего изволишь? Ты эльфка. Как нетрудно догадаться. Я горжусь этим и никогда не пыталась этого скрыть. Насколько я знаю, эльфов в Новиграде не слишком любят. Это мягко сказано. Но не будем об этом. Ты пришел получить удовольствие, а не выслушивать наши жалобы. Я устал. Я бы хотел расслабиться в компании прекрасной женщины. Лучше всего эльфки. Хороший выбор. Я надеюсь, там... Я слишком маленькая для таких сцен. Жопа чуть-чуть с квадратиками была. Кошмар. Я... Это первый и последний раз, когда я повелась на вашу маму пойдем в бордель. Все, он уже в трусах. Слава тебе, Господи. Мы живем... Кошмар. В материальном мире. И я материалистка. Все? Все довольны?
этом городе только промокнуть можно за даром. Жесть, хорошо. Стрис на маяке будет подольше. Отлично, замечательно. Я предлагаю на сегодня заканчивать, чтобы нам всем снились эротические сны. Поэтому делаем сохранение и выход. О, боги, ребята, это, конечно, это сильно. Это сильно. Всех попробуем? Нет, спасибо. Это уже без меня там. Давайте всех остальных пробуйте. Мне хватило одной вот этой вот барышни. Ты был на маяке? Хорошо, молодец. У меня таких трусиков нет. Нету. Да даже если бы и были, я бы не показала. Уж тем более на стриме. Ну что? Ребята, встретимся, наверное, с вами в понедельник, вторник, во вторник. Чего у меня понедельник? Да. И потом в субботу. В пятницу навряд ли. Ня! Пикачу! Пикачу! Спасибо, да, за эльфийку. Спасибо. Передать чаевые? Хорошо, я и передам. Обязательно. Бутылка? Нет у меня бутылки под столом. Ладно, ребятки. Всем спасибо за приятный вечер. Это была интересная игра, интересный опыт. Всем сладких снов. Кому-то хорошего вечера, потом сладких снов. Кому-то, может быть, уже доброго утра. Завтра всем отличного настроения. Всем отдохнуть. Маленьким, вредным, противным, занудным жопам не болеть. Понятно? Я знаю, это ты веселился, потому что вчера там отдыхал, кутил, поэтому, значит, и без меня, и поэтому ты заболел. Угу. Всех ненавидишь, хорошо. Все, ребятки. Всем чмоки-чмоки в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Пока-пока. Закончим мультиком, да, и вот этим вот всем вырвиглазным, да? Все, бай.